Собака, конечно, просто скелет. Просто кошмар. Вот такую вот нашли в 5 утра в коробке вместе с кормом Чапи посреди парка люди. Вот такая вот малышечка. Выезжаем. Пути нам примерно 2 часа. Вот мы остановились на заправке. Я хотела ее посмотреть, потому что она прям... Ой, господи, лежала совсем без движений, с закрытыми глазами. Я уже испугалась. Вот такие экраны повесила я от солнышка. Ну, это просто кошмар. Это просто слезы. Это просто собака-скелет. Ой, мы едем дальше в клинику. Нам в пути примерно еще час. Лапы задние холодные. Но, кстати, да, вроде она не двигает. Истощен очень сильно. Истощение почек. Я пока не могу сказать точно, потому что очень плохая визуализация из-за истощения. Терпеливый, все терпит. Сильно безвожный доктор говорит. Здесь конкретно серого цвета. Сейчас анализы буду брать, потом УЗИ буду делать. Доехали мы до клиники. В общем, это просто ад. Как можно было собаку до такого довести и в коробке выбросить? То есть просто собака-скелет. Всем добрый день. Я являюсь куратором малышки. Была она найдена на юго-западе Москвы, в парке. Лежала она в коробке. Это жертва живодеров, однозначно. Издевались над ней не один месяц, морили голодом. Ну, скорее всего, это у нас лабрадор. Весит она 9800. Сейчас она находится в клинике, в стационаре. Здесь она проведет не меньше 2-3 недель. Восстановление у нас будет долгим. Пока непонятно, что у нас с задними лапками, потому что очень сильно опухают. И, естественно, она не встает, не ходит, сил у нее нет. Как только мы узнали, мы вместе с вторым куратором отозвались и забрали это чудо к нам. Восстановление будет долгим, поэтому очень нужна ваша помощь. Будем признательны за любой отклик. Подписывайтесь, пишите, звоните.
Будем рады ответить на любой интересующийся вопрос. Не кусь. Не куся. Сказать, очень кусить хочется. Чё ты так дусюс? Машка. Ну чего ты? Еще скажи, кушать охота. Маленький мой, хороший мой. Господи, блин. Сколько ты? Ника. Ой. Ой, как мы кусать хотим. По чуть-чуть, но тесто. Две ложечки. Бит ребенок. Эй, эй, девочка. Ты такая девочка. Котятер грызешь, да? Хуликашка. Да, да. Господи, божечки мои. А пролежни ничего пока нет, да, нормально? И мой маленький бусинкин. Бусинкин мой. Позже, потом. Солнышко? Да. Ты моё солнышко маленькое. Что там такое? Что-то тебе делать буду, да? Бусинка моя, ну как же так-то? А, маленький мой. Ну, котеля. Ты собралась? Никусик, ты куда? Ага. Давай, Ника. Давай, давай, давай. Давай. Давай, умница. Умница. Ай, какая она. Thank you.
Юлечка, все, мы загрузились, выезжаем. Положили, да, ее на матрасике назад. В багажник, конечно, ее не стали класть. Никушка, малышечка, все, едем, Ника. Кто такая красотка? Ника. Никуша, красотуша. Ты умная девочка. Скажи, все, едем. Сейчас поспишь, устала, да? И покушала, и попила, и пописала, и покакала. Молодец. Все, сейчас будем спать. Ну вот, мы доехали до клиники, все хорошо. Я сбегала, договор быстренько подписала. Малышечка. Лапки все замотаны. Что-то у нее там еще. Вон, это, видимо, пролежень. Я не знаю, колпак ей снять или она в колпаке должна быть. Айфушница, ты как, а? Прохладно тебе, Никуся? Ты моя умница. Ты моя девочка. Ты моя кайфушка. Ты моя умница. Дыхай, Леша. Дыхай, не кушай, дыхай. Ник. Ника. Ты что задумалась-то? Эй, кто дома? Эй, хвостов, эй. Королева. А, королева, кто дома? Эй. Колбаса деловая. Тикуся. Тикуся, тикуся. Кто там? Ждем, скажи. Даник? Ждем? Ждем? Все интересно, как Ник. Как интересно. Да? Интересно, да? Ты такая умница, да? Будем ждать с тобой сейчас на скоро. Пойдем, нас позовут и пойдем делать важные дела. Ты моя девочка, ты такая хорошая. Никуша. Ты хороший пес? Ника. Красотка. Кто такой красивый? Собачки ходят. Собачки. Где собачки ходят, Ник? А? Ты чего? Кому я что ли хочешь? Ну куда ты? Куда ты, скажи? Тут полезать хочешь? Ну давай, полежи. Ты моя девочка, ты моя умница. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая такая собачка, да? Ты умница у меня. Да? Так, кормить можно, да, уже? Да, сказали, кормить можно. Ты вообще молодец, такая умничка. Да? Никуся, иди сюда, иди сюда. Какая ты умница, молодец. Все, еда, молодец. Ника, ты моя девочка, ты моя девочка, ты моя золотая. Сейчас приедем, сейчас приедем. Никуся. Ага. Можете поставить процедуру протокол Дмитрия Валентиновича. Ага. И... Никушка! Все скажи, умница. Ты умная девчонка, все скажи. Сейчас поедем. Ты умница моя, да, Никушка? Ура, скажи, все закончилось, да? Ты умница. Умница, Никушка. Никушка, девочка моя. Девочка, сейчас поедем. Марина, вот малышку я взяла. Никушка, Николечка. Все, мы выезжаем. Все, все, моя хорошая, едем. Мы едем, сладкий, едем. Девочка, ты хочешь поплакать ее? Одна. Как вот она не кусается? Она не кусается? Нет, нет. Никусечка. Никуся. Поговорить хочу. Все хочу. Устала.
Никусь, ты далеко? Сайка? Никита, стой. И детей я люблю, скажи, и деток я люблю. Девочка, девочка. Красота. Никита там мокрый. Собак снимает. Сейчас, зайка, сейчас пойдем. Сумку не лезь. Никуська, ты моя зайка. Помочка. Ты молодец, умница моя, Павлочка. Помягко по травке, да? Давай сейчас девчонкам нашим привет передадим. О, красиво, как хорошая травка, мягкая. Да? Ну, кусок. Ну, все, пошли. Оторвала бобру баску. Баску оторвала. Эй, ты что там делаешь? Ты что там делаешь-то? Выгляди просто. Все, бобер ликвидирован, да?
ликвидирован, все. Девочка такая. Вот такая сильная. Просто.